Исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов сегодня лично проверил ход работ по подготовке к отопительному сезону. Особое внимание уделили соблюдению сроков и благоустройству территории после ремонта трубопроводов. Рабочие занимаются проверкой степени износа теплосетей, и те участки, которые вызывают сомнения, заменяют. Главная цель коммунальщиков – сделать все, чтобы красноярцы никаких неудобств в начале отопительного сезона не почувствовали. Однозначно будут все дома в соответствии с распоряжением подключены к теплу, и тепло будет во всех домах и во всех зданиях. К этому мы готовы каждый год, к этому настроена вся квалификация работы организации. Я знаю, что работы будут продолжаться до конца года, до конца календарного года. Это никак не должно повлиять на начало отопительного сезона.